Всем привет! Сегодня у меня, смотрите, какой манничек. Манничек на сметанке. Кстати, на сметане манник лучше, чем на кефире. И вкусней. Так что пробуйте. Вот, и, кстати, кто там писал? А где вы крошки огурцы? Там все было. Мы просто в окрошку мелко крошим огурчики. И зелень была. А редиску? Редиску мы никогда не добавляем. Понимаете, да? С вареньем самое вкусное. Знаете, даже какое тесто. Тесто капает куда-то, ягодки повалились. Как вкусно. Вот так вот. Так что, пробуйте. Очень-очень вкусно. Понимаете, да? Обалденно. Я особо не люблю смородиновое варенье. Но больше нету ничего. Приходится и его. Шикарный. Как там поется? В шикарном отеле. А дальше не помню. Люсьен, тебе привет. Ты мне хотела песенку спеть? Все пропало. Где песня? Ягодка. Выходные у нас вообще, говорят, будет жарень. Я еще тут, кстати, такую толстовку присмотрела. 1700 стоит. Прикольно, длинненькая. Вот не знаю, какой цвет взять. Голубой или черный? Напишите ко мне в комментариях. Вот. Ванька Пупкин. Как у тебя дела? Когда в ЗАГС идем? А Пупкин? Тут где-то предложение-то я не вижу. А Ванька Пупкин? Куда-то Анатолий делся. Не знаете куда? А выходные мы планируем
погулять. Кто-то там просил показать погоду. Выходные. В субботу. На улице что? Слякоть, грязь. Можно уже кораблики пускать. Вот так вот. Кораблики, все плывет, грязюка. Но у нас не так уж и грязно. Но в городе это вообще пипец. Машины как свиньи. Вы понимаете, да? Машины как свиньи. Сейчас, кстати, сезон у автомойки начался. Записи полно. Мы вот, я вот, допустим, работала на автомойке. У нас было 3 человека. И один администратор. Мы работали втроем. Мы мыли по 100 машин за сутки. Втроем. Кузов в салон. Иногда была химчистка машины. Вот так вот. Даже было больше 100 машин иногда. Администратор записывал, они едут. Свиньи едут грязные. Ладно, короче, на этом все. Маникюр вкусно, попробуйте тоже на сметанке. Тоже самое, только сметана. Вот, что еще хотела сказать. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, нажимаем на колокольчик и на Яндекс.Дзен тоже подписываемся. Так что не забывайте, Яндекс.Дзен. Ну а на этом все. Все. Я вам не говорю до свидания, я говорю до скорых встреч. Всем пока. Ну что, всем привет. Вот видите, дорожка у нас какая, снег. Солнце какое яркое, небо голубое. Видите, лужи. Иринка в своих красивых сапожках еле нога залезла с гипсом. Вот так вот. Ладно, шутка, гипса нет. Но нога уже ходит. О, какой лужа. Сейчас мы пойдем с соседкой кораблики пускать. Видите? Еще снежок есть. Тут умный не чистит снег. Так что дорожка. О, елка. Вот так вот. И солнце яркое такое. Тут тоже уже все практически растаяло. Тут глина вон какая. Там кому-то скорая приехала. Сейчас увеличим, посмотрим. Плохо видно, камера трясется, зараза. Кстати, кто-то шашлык делал, так вкусно пахнет. Короче, погода у нас хорошая. Ну, вот такая чуханская дорога. Ладно, на этом всем пока.